Дорогие кибастусы, сегодня мне выпала особая честь выразить свою точку зрения относительно выступления нашего президента. Безусловно, те мрачные события, которые мы с вами пережили, оставят неизгладимый след в сердце каждого из нас. Именно в такое тяжелое время и проявляется истинный патриотизм, проявляется истинная любовь к родине и единство всех народов Казахстана. Я, как гражданин нашей прекрасной родины, всецело поддерживаю политику президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, поддерживаю каждое его решение и каждое его действие. С таким лидером, благодаря его мудрым решениям, мы можем быть уверены в восстановлении стабильности Казахстана в его светлом будущем. Как ректор Кибастузского инженерно-технического института имени академика Сатпаева, хочу обратиться к молодому поколению. Ребята, именно в ваших руках будущее Казахстана. Именно от ваших ежедневных решений зависит наше будущее. Призываю каждого из вас направить всю свою энергию в позитивное русло. В своем послании президент особое внимание уделил образованию, сказав, что образованный граждан более конкурентоспособен, образованные граждане более нацелены на успех. Президент поручил повысить доступ к качественному образованию, а также оказывать содействие способным детям. Поэтому, ребята, неустанно стремитесь к знаниям. Трудитесь, не переставая. Напрочь откажитесь от всего негативного и деструктивного. Отбросьте лень и вредные привычки. Будьте активными, будьте инициативными, будьте патриотами нашей Родины, будьте терпимы к окружающим. И только тогда, только все вместе, поддерживая политику нашего лидера, нашего президента, мы сможем преодолеть любые трудности, мы сможем способствовать формированию мира и стабильности нашей прекрасной Родины.